Регион готовится к экологической конференции. 4 июня экологи и ученые Ивановской области обсудят состояние особо охраняемых природных территорий. Главная проблема в охране подобных зон – отсутствие у них четких границ. В настоящее время правительство области такую работу ведет. Особо охраняемые природные территории получают паспорта. На ряд водных объектов такие паспорта уже оформлены. А это значит, что вблизи этих водоемов нельзя будет разворачивать стройки, жителям запрещено стирать паласы, мыть машины и разводить костры. В 2013 году проведена была работа в отношении 8 таких объектов. Это Уводское водохранилище, озера Валдайское, Высоковское, Серковское, Рубское, Красный остров, Святое, болото Лавнинское. По итогам данной работы уже утверждены паспорта на 6 памятников природы и сейчас находится на согласовании, практически на заключительном этапе, Уводское водохранилище и Красный остров.